Тем временем, вот уже 10-й месяц в этом году бригада фельдшеров, что и скорой помощи, становятся лучшими по итогам оценки профессиональной деятельности за месяц. Единственным исключением стали те дни, когда врачи отправились в отпуск. Алексей Козлов встретился с людьми, которые, не жалея себя, лечат других 24 часа в сутки. Лучшая фельдшерская бригада на доске почета. Лица не меняются уже 10-й месяц. Фельдшер получает укладку. Это чемодан со всеми необходимыми медикаментами, бинтами и инструментом. Проверяет, все ли на месте. Марина Дурманова самая молодая в этой команде. Работает здесь третий год. Вспоминает свой первый серьезный вызов. Пассажир в автобусе потерял сознание. Люди собирались на работу, и мужчине стало плохо. То есть, когда мы приехали, было много народу вокруг. Мужчина лежал без сознания, признаков жизни не подавал. Мы провели первичный осмотр. Законстатировали у мужчины клиническую смерть и приступили к реанимационным мероприятиям. И буквально через 2-3 минуты к нам подъехала бригада БИТ. И совместными усилиями стали дальше проводить реанимационные мероприятия и мужчину спасли. Некоторые вызовы не опасные для жизни. Болит голова или высокая температура, но многие с серьезными последствиями. Падение с высоты, криминальные ранения, ДТП, травмы на производстве. Для психики это большая нагрузка. Сергей Калугин работает на скорой уже 16 лет. Говорит, просто так здесь не остаются. Скорая помощь, я считаю, это призвание. То есть кто сюда приходит, в первый год остается, он остается на всю жизнь. Кто хочет уйти, тот уходит сразу обычно. Потому что сюда приходят по призванию, так же, как пришел сюда я. А что вынуждает уходить? Вынуждает уходить? Ну, может, кто-то по случайности сюда пришел, от безысходности, там, хотел себе попробовать. Многие не выносят кровь. Самый старший по возрасту в бригаде водитель Александр Кирсанов. Управлять скорой непросто. Уверяет, если машина едет с маячками, всегда только на помощь. Торопимся, там ребенок обожженный, там или беременная, там воды отошли, рожает, или кто-то упал с высоты, понимаете. Вот тогда мы уже стараемся, включаем мигалки, чтобы у нас люди не подумали, у нас же люди подумают, что мы можем включить их, когда нам заблагорассудится. Мы включили и поехали там на обед или куда. Мы же не можем так включить, потому что нас могут проверить. Каждую смену у этой бригады минимум 18-20 вызовов. 24 часа они все время либо оказывают помощь, либо находятся в пути, чтобы это сделать. Алексей Козлов, Роман Чинахов. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир.